Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Lesson 16, урок 16, Exercise number 4, упражнение номер 4. Во время праздника журналист беседует с Алисой, лучшей актрисой театра. Разыграй с одноклассником их разговор. Итак, начнем с фразы приветствия. Hello! Привет. Дальше будем использовать фразы знакомства. Как тебя зовут? What is your name? В ответ: Hello, привет. Меня зовут Alice. My name is Alice. Сколько тебе лет? How old are you? Отвечаем: мне 8 лет. I am 8. Дальше расспросим об умениях. Например, умеешь ли ты читать, петь, гулять? Can you read, sing, walk и так далее. И отвечаем: да, yes, я умею читать, я умею петь, я умею гулять. I can read, sing, walk. Так далее. Можно также начинать с каждого нового предложения. Например, can you read? Yes, I can read. Can you sing? Yes, I can sing. And can you walk? Yes, I can walk. Но я написала, сразу перечислила все слова, касающихся умений. Итак, у нас получился такой разговор. Hello, what is your name? Hello, my name is Alice. How old are you? I am 8. Can you read, sing, walk? Yes, I can read, sing, walk. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.